После масштабной расчистки территории от обломков рухнувшего возле Михайловского шоссе Ил-76 за мостик через речку Плетенка местным жителям было обиднее всего. Его изогнуло, местами оплавило, но сталь не подвела. Рязанцы напрямую обратились к врио-губернатору Павлу Малкову и попросили мостик отремонтировать. Люди этим маршрутом очень активно пользуются. Нужен ремонт, полноценный ремонт. Я вот тоже прошу главу администрации Рязани проработать этот вопрос, полностью проблему решить. Надо нам, на самом деле, вообще посмотреть, как этот участок должен выглядеть с учетом планов по его благоустройству. И уже исходя вот из этих планов, из общего видения, отремонтировать мост так, как он должен выглядеть в целевой конструкции. Не откладывая. Елена Сорокина отреагировала моментально. На первом этапе нужно заменить деформированные перила, срезать пришедшие в негодность и заменить их на новые. Также сотрудники дирекции благоустройства выровняют с помощью настила поверхность моста, написала она на своей страничке в соцсети. Дирекция благоустройства, не откладывая, взялась за дело. И сейчас приводит мостик в порядок. По словам главы Рязанской администрации, здесь уже выпрямили усиление и частично заменили перила. Как и ожидается, к 1 сентября мостик облагородят. Работы, по словам Елены Сорокиной, должны будут завершить до конца недели. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».